Либо там шопу кто-то грабит по-прямому. За что, блядь? Спасибо. Вылечите, пожалуйста. Надо кого-то починить, нет? Подождите, пока не поднимайте красных, доктор. Меня поднимите. Да, конечно. Я не красный. Дай таблетку мне, слышишь? Дайте таблетку. Я не красный. За что меня? Я не понимаю. Вот этого, доктор, идите сюда. Поднимите. Помогите мне. Вот этого красного поднимите. Меня поднимите, я не понимаю, за что меня расцепляли. Ты че лежишь? Я не жив. Я не понимаю, за что меня. Я не сейчас жив. Скажу, прошу дня не болейте. Сейчас, извините, поднимите меня. Маску сорву для познания. Так, еще вот этого поднимите. Кого сорву? Меня поднимите. Сарва тут нет.
Я не живой, поднимите. Ты вообще не сидишь, ты тебя нельзя достать никак. Я не знаю. Я не живой. Это баг. Меня поднимите. Подними. Сэр, я вас не буду поднимать, потому что вы сидите в машине вы живой. Мертвый у нас разговаривает. А через машину? 870 на место вызова. Ой, а что здесь случилось? Красные просто напали на магазин. Его же отбили. Механик, стой. Почему ты нас сзади? Почините. Ой, да, я сейчас сделаю. Пожалуйста. Хм.
Ты дебилами называть. О, еще одна шляпа. Сам. Не, ну если что, я на такси приехал. На Бугатите. Где флаг? Кого? Где будет? А что будет 12:00? Все, бля, я тупой. Совсем тупой. Что? Совсем тупой. Кто это говорит? Я не понял. Твоя совесть. Алло. Да, даже бомж. Понял, да? Сам ты бомж. Сам ты бомж. Бля, кто орёт? Ты орёшь? Ты орёшь. Ебать, шляпа, ещё одна... Все шляпы одинаковые. Такие же долбои... Мне не позволяет моё воспитание. Услышал бы меня мама. О, Гарри Поттер, кстати, я сегодня искал. Протестую. Протестую против 8-7-2. Здесь пишет, никто не продает. Фарбила. Кто мне там обмен кидал? Кличатный ты? А за меня можешь сыграть, пупсик? Где? Пойдем. Ставь сумму, бабки. Такая вещь, дружище. Рафа за сколько? Ты шпанг, купишь арафу? Кинь в трейд. Пойдем сюда. Иса. Нет, у Иса. Слышишь, ты перекуп, не? Алло. Нет.
Понял, все, от души. Я про это лайв говорю. Ну и тут тоже такое есть, ну типа за это отлетаешь. Ну мы тут тоже таким вчера занимались, по трассе ездили. Опа! Че, псих? Это понятно. Вы протестуете против девушек? Ты с кем разбираешь? Опа, пенсия пришла. Ты с кем разбираешь? Да, блять, вообще ничего не платят, заставляют работать. Ты север знаешь. А я на аргу работаю, мне за аргу платят деньги. За старую аргу работает. Да короче, и работаю сейчас там с типами. Тип создал, короче, он в реал лайф ушел полностью. И у нас там все вымерли будто. От этого шашлычка еще больше стану, вот в этот проход не буду вмещаться. Так что нужен вот сигарет, который ничок, через месяц я качок. And I wonder if I'm this or the white light flicker. So I wake up in a slick or red. Sirens going off, all something that I dreamt. Thinking about the shit I never told you that I meant. I can shake it off, chloroform, peace and rest. But you know all I ever really wanted was a friend. Tell me all your sweet, sweet little lies. All about the dark places you hide. Tell me all your problems make them mine. Tell me all your sweet, sweet little lies. Again, I got a spare key. We can go and play pretend. We can, yeah, we can really transcend. Oh. Sweet, 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 sweet
Что у вас? Колесо. Bitch, I'm rich, I rock and roll. The strippers in the stroll, playing tricks on me. The stones hitting different. You supposed to be pissed at me? No, they from Tiffany. Keep my name out your mouth like some wisdom teeth. Why I'm not there with you? Why you switch phone numbers like clothes? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break? I'm all a shawty from Robin. She been all of my business as of late. I got rich so goddamn fast. They want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hate. I'm tired of staring at your face. And it's a bitch. Гражданин. Что? А дайте я вам букет подарю. Дайте. Спасибо. А вам надо тоже для квеста, ну, этот ремонтик? Да. Давайте почините тогда. Машина пропала. Угу. Да любую машину, любую, а вот эту. Что, меня не зачитывают? Удачи. Thank you.
Чини, почини, почини. Чи-чи-пси. Шесть раз? Ты выполнить надо? Да, можно. Сюда. Если на почту езжай, там будет кто-то прыгать. Ага. Ha.
блядь, прости. Прости, не хотел.
Суета, брат, она такая. Не вижу. Ну просто я не знаю, вроде то мелко было, знаешь, а что-то хоп, заехал и понял, что все, не выехать. Я тут тоже бывал. Два раза. У меня тут уже сегодня какой, третий или четвертый раз побывал. Ну-ка. Дай бог поедет, малышка. О, все, дай бог тебе здоровья, брат. Тебе тоже. Этот вечер забирает все под стробоскоп. Здесь есть работа для выдеры стоп. Каждый бодрый лодырили. С нами стерты все грани забыли про стоп. Простые движения. Все не умел я. Приобретает уверенность. И разрывает танцпол. Ведь с нами вера. Вера. В меру хотел, но нельзя отойти. Нельзя обойти. Это место реальный магнит. Манит, манит и точка. Эй, Вера, покажи им, как надо двигаться. Вера, эй, давай устроим вечериночку, Вера. Ah.
Ты мне дала, да. Ты хотел. Пожалуйста, нет. Me do me da 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 Почини машину. Хорошо. Да, дай руку пожмем с тобой. Ты мне кого-то напоминаешь. Андрей, блядь! В смысле? А ты кто? Канал GamePro, помнишь? Дискорд. Какой канал? GamePro, я Глоди. А чё, да ладно? Ты Глоди чё спойлил, вообще я спойлил. Ушёл от нас? На автомобиле. Да просто. А я тебе Discord сейчас свой дам. Найдёшь меня. Граждане, выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Найди меня в Дискорде, брат. Курума. Вот Лина. Лина вон там, блядь. Курума. Лина вон, а не Рима. Я тебя правил. Ссылочку скинул, зайди. Здорово, нахуй. Привет. А ты чё ушёл от нас вообще? Из этого сообщества? Да. ДХЗ? Ты че, кинул нас? Че, как жизнь, как дела? Как дети? Как жена? Детей нет, и жены тоже нет. Бля, флэва. Че, там ты играешь такого? Ты ж, по-моему, уходил из GTA-шки. Да-да. Это как в Доте. Ну да. Давно играешь? Да вот пока я второй день играю. Я 3 месяца не играл. Ну я заметил. Что теперь с нами будешь играть?
А вы в какой-то банде стоите? Нет, не состоим. А в чём? А нахуй надо? Знаешь, я, блядь, только по одежде узнал. Чё ты по одежде по какой? Ну вот, на которой на тебе сейчас. Так я же вообще полностью переоделся. Да? Да. Таня, по-моему, когда мы с тобой первый раз встретились, ты был в этой же одежде. Я вообще вроде был лысый тогда, ещё. Вообще был лысый, который, ну, этот, ну. Я вообще бегал в красной, там, зелёной форме, ну, какой там была, из, ну, из гетто. Знаю, да. Я тебя в этой почему-то помню. Yes. Все, заебись. Ты на сколько к нам? Хз. Надолго? На хз. Все, оставайся с нами. Он машину-то пидает. Ну, это нормально. Все, пока. Че, это ты ивенты выполняешь, да? Андрюха. Че? Ивент выполняешь? Нет. А че, просто механиком пуляешь? Да. А че не пойдешь контракты выполнять, мясо мука? Схемы. Даже себя в арге просто ленюсь упадет. Че? Я даже за себя в арге были не все понять. Вообще нет. Блин, сильно надо. Я да. Да, прикольно. Я тебя к нам хотел попросить. А у тебя один аккаунт или два? Два. Ну, с персонажем. Не, два. Понятно. На каком больше играешь? На первом, конечно же. На этом, да? Да. Понятно, понятно. А чего нигде не стоите, ни в какой фракции даже, ни в госках не стоите, да? А нахуй надо? Блин. Похуй, так нормально. Чем тогда занимаетесь GTA? Катаемся, байтим мусоров, хуйней страдаем, ивент выполняем. Ты заебал меня лобову купить. Так краймом нельзя заниматься без крайма. Им краймом. Мы краймом не занимаемся. Слушай, опять, блядь, присочините. Ах ты урод, блядь. Я обосрался. Орёшь, что? Да. Нормально. А тебе Роллс не нужен случайно? Кому? Тебе. У меня аудит есть. Q8. Нету денег столько. 200 баксов есть. 8. Обычный или РС? У меня Q8. Ну, есть обычный, есть РС-ка. Не, у меня обычная. Там, а. На РС пиздец дохуя копить. А там 10 грамм вообще стоит. Не, ничего, по 7 стоит. Андрей, почини мне машину. Какой у тебя онлайн сейчас день? Андрей. Что сейчас? Какой у тебя онлайн день? Чаще больше 6 часов. Нормально. Это еще Дота поигрываю немного. Дота. Угу. Из одного события зашел. Чё ты мне машину починишь? Я же тебя починил уже. Если починил уже.
Не за мой счет, походу. Ничего бывает. У меня нету денег. Рома, дай денег. Сколько тебе дай? $350. Сколько нахуй? Че, паузы? Большие деньги. Мне кажется, колесо опять лопнуло. Да похуй. Да, блядь. Ну, мусора. Мусора. Мусорки. Сибаясь. Мусорки в страхе. А ты чё, сейчас где-нибудь состоишь? Нет. Почему? Где состоит где-нибудь? Ты же смотри, если госка пытается... Если я куда-то госку пытаюсь любую снимать, то просто мне... Ну, просто мне слишком, блядь, духа надо чего делать, чтобы поесться просто. Есть такая хуйня. Блядь, второй механик появился. Механик, механик хочет починить. Го заимку. Это ты мне сосал. По-моему, вы мне машину починили опять. Мне второй раз машину починили. Чё вам моя машина сделала? Она уже 200% новая. Кто этот механик? Я. Поможешь мне там тачку нужно починить? Где она? Вон там вот красненькая, вот она. Блять, что это? Это кто? Заебись. Механик, наверное. Кэш отсюда, кэш. Да пошел ты нахуй! Он нас нищетой назвал, блядь. Давай расстреляем его! Сейчас куда-нибудь поедем, блядь. Пизда ему. Да пизделся. Да попизделся. О, смотри, чё, добиваем его? Ах ты ж чё, пидор, блядь! Ты чё, охуел нахуй? Михаил, ты попутал, блядь, свои места. Тебе места на низах. Нет, ЗЗ? Нет, ЗЗ, чел, да ёбнутый. И шармил тебя быть только на низах. Понял, да? Блять, может утопить нас? Чего топить? Да хай, тебе дали рукс? Нет, я ж маску одел. Блин, у меня маски нету. Так если ты его добьешь, ничего не будет. Не, дадут, дадут. Он ко мне пишет, блядь. Ну он, кстати, в РП пишет, в РП нельзя писать. Надо нон РП писать. Ну ладно, бывает. И это аптеки. Дать за аптечку, что надо съесть. Я тебе могу дать аптечку. И нищие, нищие байтит. А то если он мне ничего не даст, я его убью. Тебе маску задать? Забис. Давай.
Надвигай маску. Дай маску. Ну, давай обмен на... Пожалуйста. Говори, где деньги. Давай все, что там у тебя есть. В трусах деньги, да? Где деньги? В тазах, да? 55 баксов помогла яйца. Че? Ты чего он дал? Че там? Кто тебе дал? Кому яйца с мукой? Че за? Эти где? Где это? Да что вы понимали, у него сумочка 2 миллиона стоит, блядь. У кого? У этого челика. Он уезжает, слышите, он... А, нет, дайте. Мне нужна. В машине. Хорошо, вечер, не болейся. Можешь мне тоже таблетку? Да, конечно. Хорошо, вечер, не болейте. А чё заточило у тебя, Глоди? Ну это арендованное. Это Lexus. А у тебя твоя есть, нет? А? А у тебя твоя есть, нет? Чё есть? Твоя машина есть, нет? Своя. Две Mitsubu у меня. Ну и этот. Nissan на продаже сейчас. А чё, занимаешься купли-продажей машиной? А? Не-не-не, это он даже. Захар занимается. Да? Чем? Для продажи машины. А чё, ты продать что-то хочешь? Или купить что-то хочешь? Нет. Ну ладно. Ну, не хочешь, как хочешь. Это куда? Это на парковку вторую. Из-за этого, которая рядом. Ну, ты за РС, конечно. Ой, ну, за Ауди. За Ауди, да. До него разгон не ахти. Как? Если что, разгон не ахти вообще. На этом? На... у меня на Ауди. У тебя хаты нету, что ли, все еще? Так бы я была, я просто продал. Вот она перед. А дверь меня сломала. Бывает. Верим.
где? Я пакет хуярю. Я тоже. Я уже под мостом. Я на первом банке. Мы там сейчас стоим. Заебитесь. Блин, до кого еще надо доебаться? Просто доебаться. Кому? Поехали, побежали на крышу участка полицейского. Погнали. Ну ща, подожди, я кольцо удачи получу. Кольцо неудачи. Мне выпадает доллар. Андрей, ты чё в баронике-то? А чё? Нельзя сходить прям, ну, честно. Почему нельзя? Законом штата запрещено. Так никто не видит. Ты с нами на крышу побежишь? Куда? На крышу. На крышу кого? Давай сюда. Слышишь, Рома, давай через КПЗ пробежим. Да нет, тут не сухая машина стоит. Мне кажется, они где-то там. Да и побежали. Ай, за нами. Я сам сейчас все закрыто. Нет, там открыто. А ты откуда знаешь? Открыл что я? Эле. Вот это белобрысый стрит. Да ладно, давай при нем прям. А, бля, это. А, нет, белобрысый. Бля, думал, шоколадка. Шоколадка. Все, побежали. Шоколадка. Шоколадная хрен. А, блядь, беги ты нахуй. Ему вообще пух. Кому его? Видел, ладно. Шоколадка. Так, кто двери там? Ребята, ходите приколы, я, короче, пытался сюда устраиваться. Бывает. Ладно. Как ты чё тогда теперь вертолёт? А он закрытый, блядь. На лестнице никого. Значит, можно гулять спокойно. Эй, менты пидора. Кому это говоришь? Так, ребят, это, блядь, ну... Не гусится, но получается, если там кто-то на нижнем этаже, то они будут себя слышать абсолютно все, все, что происходит наверху. Логично. Медики, точно так же, когда у медика там возрождаешься, то ты тоже все слышишь, все, что происходит внизу, там... А ты где вообще? Менты пидорасы, я на крыше. Менты пидорасы. Менты пидоры. А вы где, кстати? Мы стоим тут пониже, чем ты. Эй, менты пидорасы. А ты вниз спустись, крикни там, приди обратно. Я понял. Прыгаем, если чё, мы на Лексус с крыши. Блядь. Ты крыша Лексуса, блядь. Чё, реально вниз побежал? А, я, кстати, нашёл кто комнату, где меня допрос проводили, прикиньте. КПЗ? Нет, не КПЗ. А, ты на втором этаже? Да.
Все ушли, блядь. На втором этаже. Меня забыли. Представляю, сейчас я убегаю, там толпа ментов. Я такой же удой пока еще. Ну что, ниже, что ли, второго? На первом уже. И что у вас тут? Сотрудник! Да не, ничего, все равно. Байк проснулся, да. Погод стрит байк. Какой еще сотрудник? Ой, блядь. Нет, походу. Сотрудник упал в ноги. Обцают ноги. Обцают ноги. Слышишь, кричи и побежали. Бежим. Ты же отстал что-то. Ты задумайся, блядь. Капец, уходить. Их тут это много стало. Давай, побежали. Бежим! По-моему, надо бежать, Рома. Да не туда. Чё, побежали? Офицер, вас что-то это... Жизнь потаскала немножечко. Сейчас. Жизнь не сказал, что вы плохо выглядите. Побежали на крышу. Да я помню вас. Ну что-то дохуя. Симпатичней. Ну что, зато побегут сразу. Да, Рома, раз, два, три, побежали. Бежим, 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 бежим. Очко, бежим, 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 бежим. Они не побежали, кстати. Биты пидрасы, биты пидрасы, биты пидрасы. Биты пидрасы, биты пидрасы. Биты пидрасы, биты пидрасы, биты пидрасы, биты пидрасы, биты пидрасы. Биты пидры, биты пидры, 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 пидры. Не ты пидора, пидора, пидора. А ты там слышишь на первом этаже, нет? Рома? Нет, 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 я там не слышно было. Пидора, 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 пидора. Чё за нахуй? Не втыкают. Прям смотрят на дверь, бля. Пидора, 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 минты, пидора, минты, пидора, 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 сука, язык затык. Захар, ты где? Я на крыше. Минты пидора, 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 пидора. Там на втором этаже, кстати, есть там мент. Как внизу? Это я. Нет, я не про тебя. Там еще есть, там еще один есть. Кто где? Мент, пойдем. Мент, спермент. На втором этаже мент? Да, я видел через крышу. Надо найти ее. Надо выйти
на балкончик, который на втором этаже. Ого. Нам что-то толпа забыть. Я знаю. О, вот, а, это туалет, блядь, да? Ага. Бля. Вот, вот, вот сюда. Куда? Ну, наверное. Да, блядь, где тут выход на улицу? Ой, нет, это не тут. Где выход, блядь? Ой, нихрена. Конференц-зал. Конференц-зал. Чё-то темно стало, блядь. Где выход-то назад? Не, вот он. Нам нужно налево, вот тут сюда, направо, во, а где мент? А нет, вон мент стоит, вон, вон, где же? Слева. Слева? Ну да, вон. А, там еще бегал по двору. Ну по двору тоже, вон на балкончике, там как. Я видел, видел его. Как он там оказался? А что мы тут вообще делали? Слышь, а пошли проверим, куда лестница вниз ведет. Там есть лестница? Да. Пойдем. О, нихуя. Ух ты, бля. Ой, это угол КПЗ. Мне кажется, нам тут не надо. КПЗ. Пойдем прям в КПЗ. А как он на том балкончике, сука, стоит, мент, бля? Что-то другой проход какой-то еще. Может там где КПЗ? Да не-не-не, там подъема нет никакого. Ну, думаю, может быть сюда. Вот сюда. Не, там нет ничего. Ну, а как вот, блядь, туда вылиться? Может там с улицы как там? Нет, с улицы точно нет. Как, блядь, вот туда, туда вылиться? Да, у меня такой же вопрос, блядь. Как, зачем и почему, блядь? Куда бежишь? Сейчас как переплачусь у мента, я задержу вас. Нет, нет, собосявший, бля. Ты чё там разбил? Я, мент собосявший, блядь. Ребят, мент собосявший. Иди, ментал свежий. Может в КПЗ сбегаем лучше тогда? Там чё, то, чтобы тут не выйти, да? Вот, давайте вот тут спустимся. Ром, где это та лестница? Там, где балкон был. Погнали туда. Так, я тут. А, Андрей, где? Не знаю. О, блядь. Эй, иди сюда. Да и ты где? Я вниз спускаюсь по другой лестнице. Ладно. Я на первом. Вот, КПЗ, беги там, где в КПЗ. Че, бежать? Зачем? КПЗ. Ром, ты где? Блять, там кто-то включил бодикамеру, это кто? Ха! Там мент? Супермент. Тут а кто еще мог включить? Я только что мимо тебя пробежал, алё. А ты у меня невидимый, блин. Я у КПЗ. Ты у меня невидимый. КПЗ менты. Ага. А ты где? Я уже наверху. О, ты стал видимый. Хм. Блядь, опять прозрачный стал. Ты ёбаный в рот. Блядь, опять... Угу. О, я тебя так вижу, да. Все, женщина, так и будем ходить. Да, ребят, Катюша, хорошо, блядь, ты ушел. Вообще пух. Меды пидора. Меды пидора.
Завис. А что происходит с тобой? Казаис. А что ты меня так несешь? А что с тобой? Отпусти меня. Нет. Мы пойдем дальше. До конца. Давай пойдем вместе вниз. Я спуститься не могу. Давай, давай спрыгнем вниз. Да, блин, мы ушатаемся, наверное. Там вон мент, видите, бегает. Эй, мент, пидрас, мент, пидрас, мент, пидрас, мент, пидрас, мент, пидрас. Мент, пидрас. Мент, пидрас. Вы еще мент. Хм, еще есть спермент. Спермент, а не мент. И куда ты на воздухе стоишь? Ебать, у меня рука сильная. Блин, я тут хочу спиться. Кайф. Прыгайте, давайте, прыгайте, прыгайте. Не надо, да, спиться. Нет. Да, да, дядя. Ну как раз спицу, блядь. Никак. Это теперь все, блядь. Бадня гейская дружба на веке. Ну ты офигел, да согласись. Надо зарасцепить. Алло. Чё, чтобы меня отпустить хочешь, но не можешь, да? Я не могу. Но хочу. Вертолет? Да, тебе показалось. Битролет. Соловьёт. Салам алейкум. Соловьёт. Соловьёт. Анализатор. Анальный анализатор. Анальный анализатор. Где отпустить, блядь? Да нах ты не нужен. Да кого он, блядь? Какая брата? Никак, блядь. О,
Он отцепился. Ну все, его там было. А как выживело? Да как выживело? Я не знаю. Сахар, как у тебя дела? Захар. Захар. Ты Захара потом съели. Представ. Ты чё, сука? Алло. Алло. А у меня все, у меня интернет закончился. А, да? Интернет взял минет. Сука. Бля, я его даже пополнить не смогу. Интернет взял минет. Блядь. Ты че, сдох? Бой на ноге. Бой на ноге, блядь. Короче, ладно, Рома, ёпта, утром поиграем тогда. Все, давайте. Спокойной ночи. Давай. Ну, я тогда тоже пошел. Справедливо, говоришь, да? Спать. Я тебя понял. Блять, надо где-то встать так, чтобы меня не нашли. Ёпта, машина сбила. Да, блядь, опять машина сбила. Саду в переулку, чтобы меня тут никто не нашел. Я вас за Алекса. Да, я прыгну, Алекс. Все, пошел спать. Да, прыгну, да, Алекс. Ты во сколько завтра играть будешь? Да фиг знает. Как получится. Понятно. Ну, тогда спокойной ночи. До завтра. Ой, до сегодня. Mm-hmm. Давай. А я в домике. А я в домике. А я в домике. Мой один фанат, еще один.
В домике. В гомике, в домике. Может, опять газаешь? Мазафака. Сука, это будет очень сорвано, если металл выпьется один купидик. Это купить хуяк-хуяк, это блядь так хуяк-хуяк. И можно блядь такое хуя. Дрифтит, дрифт раз. Это как, блять? Ha 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 ha
Спутался Павел, очнулся пульс. Че такой жирный жабас? Блять. Сучка, блять, меня добивает. Как ты это делал, Сало? Не понял. Что, блядь? Что, блядь, насчитывается? Какой любезный. Какой любезный ты, блядь. Пидно мне слова. Чисто нахуй лечу! Алло! Да чё, подзабитый отъехал, блять? Вернуй! Вот пиздец, блять! Забитый отъехал! Вот такие там пути вас пили вообще, что кого, блядь, пойдем мне, блядь. Здравствуйте. Позже мне тоже. Табличка. Смотрим. Можно, пожалуйста, осмотр? Да, 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 сейчас. Не суетись. Можешь табличку? Осмотр, пожалуйста. Конечно, давайте. Спасибо. Спасибо. Один не хватает. Да, видимо, он. Да, я хочу погонять от пензиков. Да, ты есть сел. Да-да, погоня на 5 диков. Не попал. Бру-брум. Бру-брум. Бру-брум.
Здорово. Ой. Блин. Блин, я... Подойдите к его подошнику. Эй, подошник, пидорас. Подошник, пидорас, эй. Эй, подойди. Подошник, педик. Поднимает шишку. Гони, 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 гони. Блин, какой бургер лечит. Алло. Не должно. В смысле, волнует?
Медопедики. Медопедики. Чё ты сказал? Медопедики. Я чё-то сказал, блядь. Сука, блядь. Сука. Пиздец. Нельзя же, сука, так агриться, да, блять. Сыры, блядь, чего не хотел так сильно. Ну, блядь, реально. Ты сам не жал, что, блядь, там целый улей, блядь, реально задал просто откровение. Целый улей сразу соберется, это пиздец, реально. И заодно, блядь, искровление, блядь, чё. Сразу, блядь, тонну, блядь, пидорасов. Згар, чуть-чуть интернет появился. Згар, чё, интернет появился? Алло. Чё, интернет появился? Да, это, блядь, провайдер балуется, сука. Не такая же хуя бывает постоянно. Ну, через периодически, типа. Да не, у меня, типа, это в первый раз сейчас было, то, что мне интернет взяли, наебнули. И сколько у тебя этот провайдер есть? Провайдер у меня МТС, блядь. Сколько он у тебя уже есть? Да хуя. Ну прям пиздец, да хуя. Я не слышу. Просто молчу. Я просто молчу. Не, у меня просто иконка подсвечивается, как будто ты что-то говоришь. Ну, меня постоянно, у меня действительно ноль выключена. Да, я понял. А что, Рома спать ушел? Да. Понятно. А ты чем будешь заниматься? Я, да не знаю, блядь, пока.
Мне надо, чтобы у меня машину купили. Желательно. Какую у тебя машина? У меня Rolls. Ты знаешь, сколько продается, ну, Audi сейчас, Q8, которая как у меня? ФТ. Бля, ну, ФТ, ну, слушай, я за 3 видел продавали. 3. Я год назад покупал за 4,5. Но она была, типа, с неоновыми фарами, а я просто брал неоновые фары. А не какая у нее цвет. ГОСК? Какая у нее ГОСК? 4,75. Да. 4750. Да, я понял. Ну сейчас их в продаже нету. Ну типа если... Чё? Сколько, кстати, получается, за Кулина можно купить? Кулина? Да. Ну слушай, у меня вот был недавно, я покупал за 7 и 7. ДФТ? ФФТ. Ну типа неон фары, вот это все. Да, я понял. Вот, продал на 100 тысяч дороже. Сейчас у меня получается... Сегодня был этот ГЛС, я его продал в плюс 100. И сейчас у слышь, меня ты тут? Остался этот. Да, тут. Не знаешь, как с металлоискателем найти, там что-то надо? Да просто берешь металлоискатель, берешь его в руки и все. И куда идти? А что у тебя за задание? Сейчас зачитаю. Ты пропуски упадаешь? Короче, получить оплату за найденным металлоискателем вещи. Нужен металлоискатель, лопату и просто, ну, это... Ну, то есть, берешь там, не знаю, на... Ты гайдеса знаешь, нет? Гайдеса знаешь, нет? Нет. Отобри в интернете, в ютубе там есть гайдес. Вот его найдешь, получается, у него там есть карта, ну, для того, что искать сокровища. Дискорд у него там есть. Спасибо. Потом, когда у тебя, получается, найдется эта штука, получается, просто берешь ее, ну, правда, только выше лопаты достаешь. Понял. Но там еще может и мусор пропадаться. Там еще есть в городе, вот тут у нас есть сдача. То есть этой хуйни. Когда там выпадет. Короче, в ютубе забить и посмотреть, да? Да. Понял, спасибо. Ну типа вот там сейчас на Фавиты РС-ка продается. 7,5 стоит. Ну твоя где-то 3 где-то сейчас стоит. 3,5. И, кстати, на что копишь? Чего? Ты, кстати, на что копишь? Не понял. А ты на что копишь? Я? Да. Да и на что, просто. Ну, типа, ну, блядь, я даже не знаю, что купить можно. Ну, типа, потом. Типа, сейчас, если не считать гелик, потому что гелик в лизинге у меня. То если вот это продать, то у меня будет где-то 8 миллионов. Ну, типа, бля, я даже не знаю, что покупать. Ну, типа, вообще. Кулик я не хочу, кулик это такое. А что-то другое, ну, не особо интересно.
Так а есть 4, 4 какого, ну, гелик есть, типа, ну. 6 на 6? Нет, не на 6, а 6. 4 на 4, который был с пропуска Zip-Diva, вроде как, есть тоже. Электрический он. А, электрический, ну он 10 миллионов стоит. Это можешь на него себе копить, если ты хочешь, ну, именно 4 на 4. Ну он 10 стоит, и типа мне на него не хватит, у меня будет только 8. Ну самый дешевый электрический это 10,5 миллиона. Не знаю, я бы, может быть, на что-нибудь сейчас бы Rolls бы этот поменял бы. Хотя на что, блядь, даже... Ну вот этот, ну я бы... Нихуя, серьезно, что ли? Ебать. Что там? Мой С-класс уже перепродали, блядь. Ебать. Типа у меня этот Rolls появился, я его обменял на С-класс. 223. И сейчас его продают за 5670. Пануться. То есть ты просто не приедешь в свой родной Ветси, да? Угу. Значит, колеса одинаковые, мне кажется. Мне это показалось. Похоже же просто. Я вообще похоже просто. А ты салон убрал, да? Нет, я купил с рук. Стой, а это точно не РС? Я просто не знаю их различия. Если покажете путерно, смотри. Смотреть. А, в натуре обычная, охуеть, блядь. Да. Блядь, они ничем не отличаются. Нет, та, которая РС, она разгон больше намного. Ну, я имею в виду по внешнему виду. Ну, почему, есть отличия немного, что и такие. Ну, блядь, незначительные. Ну, бля, вот такая машинка, хотя их, ну, они очень редко на Фавито. Прям очень редко. Не, знаешь, даже год получается, через год получается. Меня многие спрашивают, типа, ну, прошел тебе или нет. Не, ну типа если ты ее выставишь, то у тебя ее, ну, наверное, сразу. Ну не прям сразу, но в течение дня заберут.
Ну, в принципе, в течение дня любую машину заберу, та, которая, типа, условно, цена выгодна и машина нормальная. Пиздец. Я пробовал работать в Горске, нет? В Горске нет. Я два раза пытался, мне не получилось ни хрена. Первый раз я в армии был. Что-то было проще всего, ну, получается, с первого до второго подъедет, ну, получается, повысится. Что за второго до третьего повысится? Что у тебя случилось? Ты куда пропал? В смысле, я никуда не пропал. Я просто машину на продажу выставил. Я тут. Я по. В армии, короче, мне просто было проще. Получается, самый простой, что там просто, но. Там было самый простой, что можно было просто сделать со второго до третьего ранга. А вот на третьего до четвертого это пиздец. Поэтому я просто бросил. Когда посмотрел систему повышения для ЛСД, который вот, ну, педики, короче, вот эти педики, ну, да, ПД, понял. Это там вообще был трэш, когда я такие ссоры. Я такой сел, ну, нахуй, блядь, в пизду. Я понял. Я сейчас, типа, подумаю, может, ВМС вступить, потому что там, типа, не надо так, нахуй, закон знать. Ну, да. Я понял, да, норм, тема. Типа фарм тогда по ней должен быть заебись, очень хороший. Угу. Ну ты там и больше заработок, если у тебя випка есть. Угу. То там прям заебись. И когда x2 неделя. Кстати, вступил в новый клуб или нет? Чего? Знаешь, подал одного клуба, нет? Да, блядь, еще раз. Знаешь, подал одного клуба, нет? Нет. Ну, который Псилон добавили, и этот, как он, Реднекс. Ну, то, что я добавил, ну, это мне. Вот Реднекса ты да, заставишь, ну, получается, там, ну... То, там мундер для фрамил, короче. Да это все бонусы. Из высшего качать репутацию. А эпсилон чисто для богачей. Там даже сколько вступить у нас лям надо вносить. Нормально. И там за каждое задание может быть по ляму вносить спокойно. Там он в основном бонус бизнеса там добавляет. Там вообще дохуя всего в основном есть.
Когда, короче, берешь что-то, это хуйня вот. Чтобы для реднега взрывать приводаться, вот это один из способов, видишь? Берешь на протесты и стоишь в замемере. Тебе берет по 60 репутаций капает. За день только. Там на 1000. Нормально. И при этом ты стоишь в каком-то из одного кубов, получается, на, если на, например, если ты даже бота клубе стоишь, то ты не сможешь вступить. Да, тебе сначала выйти из любого другого клуба, чтобы вступить в новый, там, не знаю. Ну, я понял, да. Ты криминале пробовал, нет? Ну, я в мафиях был. Каких? В японской, в РМе, в мексиканской, в итальянской. Во всех, кроме армяшек, был. А я был в русской мафии. Сейчас... Был в итальянской мафии несколько раз подряд. Че это русская мафия нет на карте? Почему есть? Белые человечки. А нет, японская мафия был, я помню. Один раз был. И русская мафия тоже был. Армянск тоже был. Теперь бандосы. Короче, у фильмов я несколько раз подряд начинал. Игру, когда получается года 2.5 назад, либо 3. Босс не знаю, за небо. А вагнца было раза 3 тоже. Не, я, кстати, то, что гетто ящеров, я там у гетто ящеров ни разу не был. А почему? Не знаю, что-то как-то не доходилось. Ну там, чтобы в гетто вступать, там вроде надо сначала в мафию вступить, да, или нет? Нет. А, просто приезжаешь, вступаешь? Да. Это типа как отдельная фракция? Да. А, нихуя себе. Как с мафией, то же самое. А так бы, ну да, в гетто я бы вступил, хотел бы попробовать. Я еще в бацах несколько раз подряд был. Даже больше, чем был в фемах, в акциях, вместе взятых. Был больше 10 раз, это точно.
А то у Марабун ты не раз снимал. Может, ты хочешь свою фамилию забивать, нет? Ну? Может, ты хочешь свою фамилию называть? Не. Ты хотя бы роу, нет? Не. Со фамкой там, не знаю, ездить там, не знаю, либо на крим, на, то есть, получается, на криминал, либо там на гос вступать. Фамкой, чтобы кататься там везде. На войну себе. Ну, бля, типа, не знаю, короче. А почему я, блядский, Rolls-Royce не то купить не хочет, на? Блядь. Я уже не могу, нах. У меня уже просто горит, нах, на эту машину. Да, потому что давай немного новых машин, поэтому вот такая хуйня. Да я просто... Они, блядь... Вот этот Rolls-Royce, это самый неликвидный Rolls-Royce, сука. Почему неликвидный? Ну, потому что, блядь, он нахуй никому не нужен, его никто не покупает. Самый ликвидный это Кулик, нахуй. Кулинан? Да, блядь. Вот Кулик, да, вот Кулик это на вопросов не имею, нахуй. А че ты тогда этот взял? Этот? Ну просто, блядь, обмен предложили, я такой думаю, ну пох, попробую, чё нет, блядь. Ну, машина хорошая, но продается очень-очень хуёво. Типа я его, если сейчас вот продам, то я его продам условно в ноль, как я из класс купил. Поэтому, типа, ну типа, заработка вообще никакого. Практически. Хочешь, я тебе скажу, что у меня машина была? Все, за... А... У меня изначально была, которая вот эта хуйня, которую ты чистая, это, ну, не пати в салон, на которую, как это называется, ну, обычный автосалон. Ну, я понял. Та хуйня, которая за 3000, самая начальная, самая дешевая, самая медленная хуйня, короче, даже не пикадар. Я понял. Вот потом такой до пикадара докачался. Потом с Пикадора уже дошел до Киасит, а, либо да. Точно, до Киасит доформился. Ага. Потом Сэд Кинг у меня еще был. Не, а у меня первая машина, я не помню, какая у меня была. Ну типа... Ну я, по-моему, гелик купил сразу. Ну как купил, в лизинг взял, блядь. Сука, до сих пор за него еще плачу, блядь. Я еще был Drift Estimate. Это который как гонка выйдет. Типа заднеприводный дрифтит. Да, я понял. Дальше у меня уже была, получается, Subaru Impreza. А потом я было что-то забыл уже, блядь. А, нет, первая машина у меня была, короче, я вступил тогда только-только в Салданы, и, короче, мне там чел какой-то подъехал, подарил машину, которая в пассе была в прошлом. Потом я купил себе E38, потом я купил X5, потом я купил... Тэшку 203 контейнер, потом еще один X5, потом эту Ямаху R1,
потом опять Е38, потом Цешка 205, РС4, Булка, ну это Мерседес, это GLE. Потом я купил М5 F90 на ебейших модах, обменял ее на гелик. После гелика у меня появилась Ешка, потом М3, потом опять Ешка Камри, Анис, Лексус, Джип Гранд Чероки, Спидтейл, потом Кулик, потом еще один Спидтейл и вот ГЛС продал. Сейчас я еще продам эту поебень. А, С-класс. Вот этот, который был. Ну, по-моему, все. Больше ничего такого не было. Дальше по Subaru я была этот, какого она, Джулия. Дальше у меня была пассажир Тахос Вурон. Ага. Потом после Тахос Вурон закопил просто на Audi Q8. А почему именно Audi Q8? Да, чтобы хороший багажник, хорошая скорость. Какая у него максималка? 320 может ездить. Да, это с кочками, да? Не, без кочек. А, без кочек? Да. Ну, да, неплохо. А с кочками Мендопас не работает. То есть с кочками работает только Ази Казино. Там одна кочка всё, и всё. Ну ладно. То есть возле газика можно заняться до 400. Если там, если не он дотянется до 320, то потом просто можно возле газика 400 получить. Да, понял. Ой, бля, ай, бля, сука. Чё? Да, у меня нога болит, блядь. Чё с такой? Да уебался на мотоцикле, блядь. В землю, сука, вошёл. Ты про реальность? Да. Короче, ладно, я, наверное, тоже пойду спать. Поэтому днем тогда увидимся еще. Угу. Все, давай, спокойной ночи. Угу, да, спокойной ночи. Странно, я же вот у твоих друзей замучил, как так. Странно.
Что-то забыл, что нет? Прикол, ха-ха. Прикол. Не извини, не. Ссылочку. Че не спишь? Ты че меня будешь звонком? Ты че не спишь? Я уже спал так. Не понял, что сегодня ночь. Да че ты, говорят, спишь? Я сплю. Спокойной ночи. Ты вообще то в игре? Стали его АФК оформлю. Ясно. Спокойной ночи, доброе утро. Да. Спокойной утро. Ха-ха-ха.